Всем привет, с вами, как всегда, Никита, и мы продолжаем игрушки Tower of Defense. Вышла обновочка. Так, клевер. Потом посмотрю, что мне выпало. Лепрекон оператор. Годжу, кстати, изменили. Таких добавили, но это в прошлой обнове. Инвентики. Здесь 5х скорости вроде можно сделать. Угу, фигня выпала. Два клевера. Угу. О, давай. Ну, как бы знаю. Угу. Я вас понял. Здесь ничего не появилось. Молоды. Фух. Что у меня там? Ну, вот это. Молодые. Угу. Пойду сюда. Я тусу. И куда пройти. Если даю по 5 от клеверов, тогда, ну, 4 раза в соло пройду и все. Получу того новенького. Или прикольчика. Такс. На-на-на. Вот так вот, вот так вот. Густо. Песка. Как? А что? Там. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ладно. Так, обновить. Ладно. На. X3. X4. Ой-ой, жестяк. Жесть. X3 пока сделаю. Можно и X4 пока. Ой-ой, трэш. Жесть. Их 5. Жесть. Еще сюда надо будет поставить его. Да, тут скип можно. Ну, вот одним титаном, ну, апгрейда можно пройти. Сейчас X1 делаю. На-на-на. Погорячился я. Угу. Окей.
Все, я понял. Реплей. Сначала включаю скорость X3. Установлена автоскейп. Один, два, три, четыре, бум, 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 бум. На X3. Так, пам-пам. Можно X3. Да нормально. Сейчас обградить надо. Все, обградил на максималочку. Угу. Так. Вот так вот. Бам, 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 бам. Пумс. Все на максимум можно купить. Значит, X4 можно. В принципе, можно. Я погорячился. X3. Так. Угу. Надо 125 000 и просто все, туалетом хана. Опять эти. Ну блин, ну как с ними справляться? Вот как? Не понимаю. Я вот этих много было бы. Угу. Коим радиус? Ладно. Так, скипаемся. На. Вот так вот. Все. Ну блин, ну как? Ну как соло? Откуда секретные? Сейчас опять надо. Угу. Включаю X2. X2. Угу. Так. Ладно. Скоро круто будет, если можно будет X100. Просто боссы никуда не смотрят и летят. Так, с максимум сейчас надо. Угу. Надо накопить, получается, и вот сюда вот поставить.
Угу. Стреляй. Потом надо на эти денежки, которые у меня есть в лобби, прокачать вот этому за 0 бабочков. Рончик. Чтобы он на начале нормально так справлялся. Этим я стоимость прокачал и доход на максимум. Поэтому ему уже ничего прокачивать не надо. А вот ему каждый первый апгрейд по 5000. Было бы круто сейчас. 40 тысяч у меня. Так. Так поставлю. Угу. Давайте. Помс, помс, помс. Ой-ой, пес. Печалька. Зачем? Не, эх. Давайте. Что за фигня? Полетели. Давайте, полетели, 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 полетели. Кстати, по 1000 дают. Нормально. Мне чуть-чуть на него не хватает. Его улучшения нет. Не знаю, я как ну. Иду в первую главу, я ну бишь. Если вот первую главу, я бы никогда не проиграл. Надо будет ниндзиков купить, их бам-бам-бам проставлять там. Так, 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 вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Ты чё? Так. Куда титана поставить? Здесь титана можно поставить? Чё, реально? Приехали. Ну и где здесь место стопчик? Чтобы титана поставить. Ну и черт. Когда я на него накоплю, куда мне его, допустим, поставить?
Ну, допустим. Вот куда? Когда я накоплю? Сюда нужно ставить. Приехали. О. В одно место. Вот сюда можно. Да блин. Вот это хорошо уже. Хорошее местечко. Ой, круто. Вот так вот поставлю. Так, секретного агента ставлю. Угу, все нормально. Блин. Секрета я не буду печатать пока. Ну, кстати, здесь вот реально прикольненькое местечко. А у меня вопрос, сюда его можно поставить? Или это красный так мигает? Это желтый. Че? Ты и ты понимаешь, ты и для нас. Да не понимает, кажись. Я его поставил за 5, но сейчас продал за 2500. О, ё-моё. Молодец. Как легко для Титана. Ну, конечно, Титан на первом уровне. Таких вот слабаков одолеть. Но это реально какие-то. Вот берёт Титаник и разносит. Давайте их спять включим. Для поинтересней. Чтоб поинтереснее было. X5. Ну не буду я же проходить на X2. То есть 3. Хотя или 2 я там проходил. Не помню. Вот уже апгрейдили Титана. Давайте туалеты. На. Туалет. Вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот, вот так. Никто не пройдет. Это босс был? Гигантский туалет. Победили босса. А какой там босс? Его же легко побеждать, да? Да. Или на 25-й. Не. Пошли. Выгоняли. В третьей главе просто на автоскипе, как я там проходил. Так быстро. 600 клеверов? Первую главу я пошел медаль. А, там... А, для него 20 тысяч. 20 тысяч для него. Я думал 2. Жаль, что не 2. Чё там было на глазке? Глич был бы. Я тоже к вам могу. Чё? Ну, на этом я видео заканчиваю. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.